Ну давай еще. Пока еще не делать. Да? Пока еще не делать. Я даже не думаю, что ты такая внимательная. Ну все, люди уже почти ушли, можно ехать. Нет. Подождем, пока они до конца уйдут, да? Чтобы не сбить их. Ну да. Тоже верно. Ну все, поехали теперь. 3-4, поехали. Все? Ушли, ушли уже люди, пойдем. А тормоз у тебя где? Почему ты ногой опять тормозишь? Чуть не пала она. У тебя одно место пребывания. Вот где вода, там ты. А холодно еще босиком ходить. Пойдем полазим по городку. Ура! Ну, побежали, конечно, пойдем. О, ну давай, давай. Стреляй. За ручки берись и стреляй. Во, и вниз нажимай. Нажимай вниз. Видишь? 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 Я. Давай, нажимай. У тебя силы мало еще. Пойдем. Желание прокатиться на горке каково? Марфи на любовь, походить без очков. Пусть ходит на здоровье. Песок горячий-горячий. Кафель нужен? В водичку мы не лезем сегодня, Марфуш. Нет. Слышишь, дорогая, в водичку пока не лезем. Марфуш, ходить босичком можно только по песочку, договорились? Да, это не в наших песочницах. Во дворах очень грязный песок, песочница. Здесь прям чисто, классно. Пусть сидит сколько угодно. Босиком можно бегать лучше, если бросать. Ты ножки свои прятала, да? Достала, нашла ножки свои. Закапывай еще ножки, закапывай. Как здорово, как приятно, да, дочка? Вода ледяная, я ее воду не пускаю. И вот пол почему-то прям ледяной. Трогаю, он прям ледяной. А вот пески горячо, хорошо, комфортно. Так что я разрешила ее песочком бегать. Очень круто получилось, Маркушка. Ты плывешь как будто в море, да? Да, вот так в море Марка плавает. Уже скоро начнется сезон, дочь. Будем ездить с тобой каждую неделю. Не удержала я дитя, пошло оно в воду. Ну и что теперь? Под предлогом, пока я не вижу, она заморала руки. Как будто в песке. Мам, мне нужно срочно ручки помыть, у меня грязные. Люди знают, наверное, воду любят очень много. Что ты хочешь, красавица? Нет, Маркуш, туда песочек нельзя. Там можно мыть ручки, можно ножки, но песочек туда нельзя. Хорошо? Встряхивай его и просто лопатку помой, ладно? Просто помой лопатку. Ивана, поставь ведерочко.
Молодец, свое отставил. Тебе ведерко подать? Маркуш, ты будешь в ведерко водичку набирать? Ты в ведерко будешь водичку набирать? Давай. На, держи. Иди набирай в ведерко водичку. Только не песочек, водичку. Безудержное дитя, увидев воду, заходит постепенно на вода холодная. Туда-сюда, туда-сюда. Сейчас опять меня выставлю это видео, блин, заклюют бабушка. Давай. Некоторые тети. Пошли на горку. Заранее отвечу на все вопросы. Марта не болеет, Марта закаляется. Не только в них, дома. Все на море. Ты же мне обещала не мочить штанишки, а ты уже все замочила. Ну, я понимаю, давай, доделывай дела и выходи уже из водички. Не присаживай попку, у тебя вся попка мокрая уже. Хорошо, туда дойди и все, я обратно. Садитесь. Садитесь, я вас обрасту. Да, это... Не на ту горку. Есть за Петей? Убери свое место, прежде чем начать играть. Там ковш, он есть.